Друзья, всем огромный большущий привет. Только вернулись с рыбалочки, поймали вот такого красивого жереха. С ребятами говорю, давайте приготовим балычка. Они говорят, ну ты же уже готовил балычка. Вот здесь будет ссылочка, смотрите. Хочу засолить его просто простым рыбацким способом засолки. Соль, несколько дней в соли, вымочили и завялили. Я думаю, получится вот такая вещь. Так что смотрим. Первым делом нужно в нашу подходящую емкость засыпать на дно соли. Теперь закладываем по очередности каждую рыбку. Вот так вот. Желательно рыбу заморозить, чтобы она немножечко полежала в морозилочке, подморозить ее. И потом при комнатной температуре, чтобы она отошла чуть-чуть, и засаливать ее. Значит, плотненько, рыбка к рыбке прикладываем. Обязательно нужно хорошо насыпать в жаберный отсек. Вот прям хорошо засыпать все. Вот. И плотно между рыбками, все везде. Вот так. Все нужно засыпать вот здесь вот солью. Все вот так засыпать. Сейчас пойдет второй слой. Внимательно, очень важно, все вот эти пустоты, которые образовались, нужно засыпать все полностью солью. Это очень важно, чтобы все просолилось. Вот. Не жопьтесь на соль, обязательно это все просматривайте внимательно. Теперь обязательно нужно сделать гнет. Вот так вот мы накрываем и сверху сейчас поставлю гнет, чтобы максимально соль вытащила влагу из рыбки. Лучше гнета мы не нашли, как два куска бетона. Вот, я думаю, так пойдет. Теперь все запечатываю стрейч-пленочку и в холодильничек, так как у нас уже температура плюсовая, больше 10 градусов. Замотал, как в аэропорт. Прошли сутки. Давайте посмотрим. Обязательно нужно контролировать, что там получается, как выделяется влага, как идет процесс засолки. Сейчас посмотрим. Так, поднимаем. Но еще видно, что влага не выступает. Но так видно, что еще мягенькая она. Ну, сутки прошло. Что-то я чувствую, рыба крупная. Наверное, не трое суток нужно будет, не менее 5 суток сделать, поставить. Весна. Друзья, прошли те долгожданные 5 дней, 5 суток. Ну вот, распаковываем рыбку. Убираем наш гнет. Посмотрите, вот это вот, что мы ждали. Получилось рассольчик, вот этот, юшечка. Вся рыбочка погружена. Смотрите, через 2 или 3 суток вот этим вот шилом, иголкой, я вот так вот брал рыбинку и прям ее вот так вот протыкал в районе, где находится пузырь, чтобы воздух с нее как максимально вышел. Под гнетом посмотрите, какая рыбка стала. Как же проверить, просолилась она или нет? Берем вот так вот, и в районе позвоночника вы прям услышите, как она хрустит. Вот такой хруст характерный, пальцами услышите. Вот, то есть, значит, рыбка уже просолилась. Сейчас мы ее вымачиваем. Вымачивать будем в районе 20 часов. Счищаем соль. Все, и отправляемся теперь на водичку. Промываем все тщательно и хорошо. Смываем всю соль. Хорошо промываем жаберки. Все, и теперь вот за эти 20 часов, которые они будут, раза 3 или 4, я поменяю водичку. Будем смотреть, наблюдать за ней. Вот, друзья, и завершающий этап приготовления вяленого жереха. Это будет проветривание, провяливание.
и закладываем в сеточку его. Все, друзья, жерех наш в сеточке. Так что, как пройдет 3-4-5 деньков, будем смотреть. Будем дальше пробовать ее. Какая рыбенция, а? Ароматная какая, какая красивая получается. Ух. Хорошо подсохло, да? Отлично подсохло. Ух, пошлите пробовать. Друзья, для вас незаметно, а для нас уже и деревья все расцвели, зеленые стоят. Посмотрите, какой букетик получился, а? Жереха какой. Прям уже хочется отведать его, да под бокальчик холодного пивка. Неделька прошла, подсох так хорошочка, а? Ну, а пока руки чистые, надо пивка отведать. Ох. Ну что, друзья, начинаем. Для меня это самый любимый мой процесс. Ах. Ох, какая рыбка. Какой? Еще и... Не, это не икра. Ой, как пахнет, а. Обалденно пахнет. Так что все переживают всегда, когда готовят рыбу. Как же она получится? Будет запахом, будет на соль, там то все. Ну, скажу вам так, запаха нету. Пробуем теперь на соль. Ну, посмотрите, какой срез, а. Как рыбка светится вся. Жирненькая, ух, красотень какая. Правда же? Согласитесь. Ну, теперь, друзья, нарезаем аппетитно. Посмотрите, какая красивая получилась рыбка. Мясо какое. Ну-ка. Как светится, а светится, да, конечно, да. Посмотрите, жирненькая, ух, жерик какой. Спасибо большое рыбакам, которые помогли вот такую сейчас вот отведать вкуснятину. Соль все-таки, на соль класс, на вкус вообще дым, рыба. Вот так вот и делаем, то есть неделю где-то солим, потом где-то около суток вымачиваем и неделька просушиваем. Вообще класс. Жерех вот такой непотрошенный. Вот он. Вот получается. Посмотрите. Ох, как вкусно. Ну и, друзья, в завершение поднимаю бокальчик за ваше здоровье, с хорошим настроением, с добрыми мыслями. Кому понравилось видео и будет полезно этот рецепт, используйте, ставьте лайки, подписочку оформляйте. Всегда ваш канал Мистер Кекс. До новых встреч! И рыбка обязательно.